Здравствуйте всем, меня зовут Роман, я являюсь представителем проекта «Амбассадоры» сообщества WebToken Profit. Мы с вами продолжаем сегодня знакомиться с нашими участниками. Максим, здравствуйте, расскажите о себе, расскажите, откуда вы. Роман, добрый день, я из Днепропетровской области, Украина. Расскажите, как давно вы работаете в сети интернет, насколько это успешно для вас? В сети интернет я работаю уже несколько лет, но работал больше как бы пассивно, а вот начиная примерно со второго месяца этого года, в связи с вот этой ситуацией, которая случилась в мире, решил, что нужно переквалифицироваться на работу через интернет и начал более активно развиваться в сети. Но сегодня, да, действительно, это очень актуально, а многие люди как раз именно приходят работать в сам интернет, потому что это и удобно, в общем-то, да, и это приносит действительно результаты. Как познакомились с сообществом WebToken Profit? Познакомился очень просто, наверное, как и большинство. Увидел в интернете ролик, заинтересовался, связался со своим вышестоящим спонсором, слегка с ним пообщался, понял, что это очень интересная тематика. Вступил и далее как бы уже больше разбирался как бы сам во всех проектах, потому что очень много интересных проектов у вас. У нас уже. Ну, у нас, да. Ну, как и большинство людей, которые работают, в общем-то, в сети интернет, они ставят перед собой различные цели и задачи, да? У каждого из нас есть, будь они материальные или свои какие-то личные. Какие ваши задачи все-таки именно, какие у вас есть собственные цели именно, работая в сообществе WebToken Profit? Цели очень хорошие, познакомиться с новыми интересными людьми, уже действительно пока в проекте познакомился действительно с большим количеством. Это общение, это информирование людей об интересных возможностях, которые дает наше сообщество. Ну и, конечно же, основная как бы цель, которую дает сообщество, это улучшить материальное благополучие, то есть, в принципе, заработок финансовых средств. Да. Ну, вообще, сообщество WebToken Profit – это международное сообщество. У нас очень много партнеров и участников нашего проекта с различных стран. Мы говорим на разных языках, и у каждого из нас есть знакомые, там, друзья именно, да. И у нас есть свои команды, скажем так, которые нам помогают, нас поддерживают. У вас есть команда? Расскажите о своей команде, которая вас поддерживает. Да, Роман, у меня есть пока не очень большая команда, но мы очень такие сплоченные, очень часто общаемся, особенно после того, как вебинары, допустим, посмотрели новый Искандер, он такой энергетикой обладает, что заряжает всех, всех обычно так веселит, мы потом собираемся, обсуждаем, кто что понял, я стараюсь как бы разобраться более глубинно, если необходимо, то подсказать своей команде наиболее выгодное и правильное для них решение. Ну вот у сообщества как раз WebToken Profit, да, много различных проектов, интересных проектов, которые приносят и прибыль, которые интересны каждому, в общем-то, участнику, партнеру нашему. И как вы думаете, почему эти проекты сообщества WebToken Profit, они перспективны? И вообще, почему само сообщество, оно перспективно для каждого участника? Да, действительно, это так. Сообщество очень перспективно, так как содержит множество проектов, которые подойдут на, как скажем, по вкусу любому человеку. То есть есть бинарная система, есть матричная, есть вот автопрограмма, есть программа стейкинга. То есть, а для тех, кто любит торговать валютой, есть сообщество, ну, наша биржа, и не только уже наша, но еще три дополнительных биржи торгуются наша криптовалюта. Соответственно, это очень большие возможности и очень большие перспективы для всех людей. При этом можно зарабатывать как на полном пассиве, так и, естественно, увеличивать свои шансы, приглашая людей, рассказывая им про, ну, как бы наши замечательные проекты. Ну, а самое важное это то, что эти все проекты, они как бы служат для того, чтобы количество людей только увеличилось, ну и впереди нас ждет глобальный запуск пазл-маркета, и там, я так думаю, это будет интересно всем, мы сможем покупать товары уже не за фиатные средства, а за накопленные нами здесь криптовалютные активы. Прошу прощения. Да, как бы вот я тоже хотел, кстати говоря, заметить именно по поводу пазл-маркета, потому что вообще, помимо самого Puzzle Market, вообще у самой компании очень много впереди других проектов, да, как, например, проект, связанный с жильем, покупка жилья именно за криптовалюту, проект, связанный с услугами, с покупками
с покупкой каких-то, не знаю, других, ну там, и услуг в том числе, да, именно через пазл маркет, в общем-то. Все делается для развития самого сообщества, также все делается для развития участников этого сообщества. Все эти проекты, они не просто так появляются, да, они предназначены именно для того, чтобы мы могли развиваться, развивать себя лично, но, лично, а также само сообщество. И сам проект, вот именно амбассадору, он призван помочь участникам проекта больше понимать все эти программы, которые у нас существуют. Это, почему вот вам интересно стать именно амбассадором компании WebToken Profit? Ну, все очень просто. Так как я присоединился к команде чуть более чем 2-2,5 месяца примерно назад, я имею в виду, в сам проект вошел, меня после того, как я его изучил, на это, правда, понадобилось мне, так как проекты у нас все взаимосвязаны между собой, их не назовешь слишком простыми, там действительно немножечко нужно разобраться, но они меня так заинтересовали, и я, в принципе, вдохновился этими проектами, что решил стать, ну, захотел стать просто частью этой команды, вообще, как бы WebToken Profit именно, и помогать людям разбираться в данных проектах для того, чтобы объяснять им их преимущества и чтобы они понимали, в какие проекты им больше подходят. Ну, потому что тут можно выбрать, тут большой выбор. Это не один проект, закольцованный вокруг чего-то, а это огромное целое множество проектов. И как вы сказали ранее, я был очень приятно удивлен, когда у нас появились уже и вебинары для личностного роста, а Искандер говорил о том, что будут языковые курсы. То есть это вообще как бы сообщество будет не только финансовым, но и личностным ростом людей заниматься. Это просто очень вдохновляет. Ну вот вообще, да, сам проект вот именно амбассадоров, да, как раз, вот, как я и сказал, он призван именно, чтобы обучать людей, да, и он заключается также еще в том, чтобы мы создавали вот какие-то такие свои локальные местные группы, да, там клубы, возможно, да, для того, чтобы мы могли обучать этих новых партнеров, вообще, в принципе, партнеров самого сообщества, чтобы они именно понимали, как бы, сами проекты сообщества WebToken Profit. И как бы вот, ну, для этой цели, конечно, я думаю, вы и хотите, да, именно, то есть вы хотите тоже создавать эти митапы, устраивать различные, как бы, с людьми, для того, чтобы они больше понимали все эти проекты. В общем-то. И мне вот интересно, почему вот, по вашему мнению, тогда вот сам этот проект амбассадоров, он полезен будет именно участникам? Я вас понял, Роман. Да, конечно, так как проект амбассадоров связан именно больше не только с вебинарами, но также и с действиями в реальном мире. Поэтому он действительно очень интересен. Я хотел бы представлять интересы компании в нашем регионе, как раз устраивать такие встречи, куда могли бы прийти люди, которые не только через интернет видят представителей компании, но могли бы пообщаться с ними вживую, увидеть, ну, поспрашивать про результаты, допустим, которых люди достигли. Для того, чтобы партнеры действующие могли привести, допустим, своих партнеров, которые еще не в команде, но хотели бы более детально, как бы, не только от них услышать о сообществе, но и услышать, так скажем, от более официальных лиц. Поэтому мне, конечно, очень интересна именно и встреча в настоящем мире с людьми, общение, объяснение им, как работают наши проекты, для того, чтобы они присоединялись к сообществу, и как бы для них это было более понятно и более ясно. Но вот мало того, что само сообщество WebToken Profit, оно является перспективным сообществом, также со всеми своими проектами, которые есть, да, данный проект Амбассадор как раз именно призван для того, чтобы мы все могли помочь, как бы, своей команде, чтобы мы могли помочь тем людям, которые приходят в проекты через изучение именно, да, всех этих проектов, которые есть. Поэтому спасибо вам большое сегодня за ваше мнение, за беседу. С нами был Максим. Спасибо, да. Максим. Благодарю, Роман. Да, всему сообществу привет. Увидимся вскоре.